Всего два месяца спустя. После ухода красного губернатора Сергея Левченко, жители Приангарья уже успели ощутить заботу новой власти. Так проблемы районов, пострадавших от летнего паводка, практически перестали решаться. В результате под угрозой срыва ряд социальных программ. Подробности в материале наших корреспондентов. Приангарье, поселок Тулун. Минувшим летом он пережил две мощнейших волны наводнения. С тех пор работы по преодолению последствий катастрофы велись непрерывно. Жителям, пострадавшим от паводка, оказывалась материальная помощь, восстанавливалось старое и строилось новое жилье и соцобъекты. Сегодня все, что делалось до момента отставки Сергея Левченко, практически остановилось. Люди говорят, с приходом новой власти они не видят никакой помощи. Ответ на запросы – справляйтесь сами. Здесь кипела работа. Каждый день сам губернатор проводил планерки. Сам Левченко проводил планерки каждый день. Значит, понятно, что и техника работала, люди были, деньги были. 300 с лишним человек работали на строительство двухэтажных коттеджевых типа домов под заселение людей. Сейчас работают 3,5 коллеги. Прошло всего-то 2 месяца каких-то. В полусотни километров от Тулуна расположен поселок Едагон. Будучи губернатором, Сергей Левченко постоянно курировал состояние автопарка сельских школ и медучреждений. Пообещал микроавтобус и местной школе. На днях новенькая «Газель» прибыла в Едагон. А еще, благодаря шефству коммунистов, в школе с наступлением тепла заменят окна и построят новую теплицу под выращивание урожая для школьной столовой. Но дела, начатые командой губернатора-коммуниста, сегодня могут быть заморожены новой властью. Даже заложенные в прошлом году в областной бюджет социальные программы уже под угрозой. Мы всегда последние 4 года по нескольку раз возвращались к бюджету Иркутской области, чтобы его увеличивать. А я уже вижу, что в этом году доходы пошли на спад. И я не исключаю такого случая, что будут проходить сессии законодательного собрания на урезание бюджета, на урезание разных программ. Люди помнят информационную войну, развернутую против Левченко в СМИ в прошлом году. Но народ ценит лидера по его делам. Когда был паводок, наше правительство Иркутской области в течение 2 месяца практически не выезжало отсюда, в том числе и Сергей Георгиевич. Если мы будем смотреть, какие результаты работы, то они огромные. Люди получили то, что потеряли. Конечно, вот нового губернатора, который временно исполняет обязанности, мы еще сильно не знаем. Он москвич, да? Все знают, что он москвич. А как он, что он будет делать для нашего региона, мы не знаем. А вот Сергея Георгиевича мы знаем уже. Я думаю, что, наверное, многие жители села пошли бы, наверное, голосовать за Сергея Георгиевича.